Рад приветствовать у себя на канале. Сегодняшняя тема видеоролика будет о Киевстар. То есть то, что они сделали, давайте мы это обсудим. Сами решайте, это случайность или это обман. И в дальнейшем видеоролике я вам расскажу, в чем была причина. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. Смотрите, друзья, есть телефонный разговор, я позвонил оператору, у моих соседей случилась беда. Однажды человек проверяет просто свой счет, а у него там минус 517 гривен. За что, про что, там по гривне почти около 2 гривен в день снимается, гривна 99 или 95, точно не помню. Стабильно. Я зашел в мой Киевстар, проверил, нигде никаких снятий, звонков там не было, ничего. Интернетом человек вообще не пользуется, не включен, не активирован. Все. Это мы проверили, и я решил все-таки позвонить. Позвонил, что мне ответили? Вечером, звонка Артем, я вас слухаю. Добрый. Подскажите, пожалуйста, почему у меня минус 517 на счету? Вашим номером телефона. Скажи, по тому номеру, с якого вы телефонуете? Да, да. Зараз переглядаю по вашому номеру, бачу, що у вас на рахунку 45 гривень 32 копійки. Ага. Може бути саме некоректна інформація відображатись. А, все ясно. Значит, все в порядке. На это не надо обращать внимание, да? Так, значит, так. Зараз ще можна некоректно відображатись інформація. Угу. То есть, значит, это все починить, а можно ничего не пополнять, да? Так. Угу. А как мне проверять баланс? Это через мой Киевстар, смотри, там показывает нормально? Так, можете перевірити саме через додаток, якщо ж там інформація відображається коректно. Угу. Хорошо, хорошо тогда, спасибо большое. Дякую вам за звернення. Сами все слышали, все-таки, смотрите, компания все-таки Киевстар либо же обманывает людей, либо же это действительно системная ошибка, потому что многие посмотрят и пойдут пополнять счет. А потом идти нужно в Киевстар, там писать заявление, начнут там съезжать, отмазываться, что у них там каких-то по правилам компании там возврата быть не может, там то, что счет пополнили, не пополнили, то есть может быть уловка на дурака, можно сказать. Ну, я не знаю, иначе никак, потому что это как-то неправильно. Ну и в принципе, в целом, Киевстар не особо меня и радует, поэтому я и записываю такой видеоролик. Я переходил на контракт, то есть ты когда заключаешь любой договор или контракт, там в условиях вроде бы как не прописано, но всегда есть мелкий шрифт или какие-то изменения, и повышается тариф, не без этого. Ну, мое было мнение донести вам это все, поэтому скачивайте приложение «Мой Киевстар» на всякий случай, чтобы вы видели свой истинный счет, следили за своими расходами. Но не факт, что они и там могут подкорректировать. Поэтому вот как-то так. Если это видео кому-то помогло, очень на это надеюсь, оставляйте ваше мнение в комментариях. Будут вопросы, всегда отвечу. 24/7, с вами Владимир. Подписка на канал, прожать колокольчик, оставить позитивные комментарии. Дальше больше.